Грузовой автомобиль следовал из Нидерландов. Согласно документам, которые польский перевозчик представил к таможенному оформлению, в автомобиле находились металлоконструкции для теплиц. Во время таможенного досмотра инспекторы установили, что фактическое количество товара превышает заявленное почти на 5000 единиц. На них в документах не оказалось сведений. Брестская таможня начала по факту административный процесс.